Практически каждый год при обильных осадках некоторые сельские поселения района сталкиваются с такой проблемой, как наводнение. Одним из решений этой ситуации является укрепление берегов рек. На сегодняшний день в Худинском сельском поселении полным ходом идет строительство берегоукрепительного сооружения на реке Ходз. Еще прошлым летом был начат данный вид работ, говорит глава поселения Рамазан Тваснаков. По его словам, протяженность дамбы составляет 3,9 километров, из которых 2 километра будет залито бетоном, а остальное уложено камнем. Также будет увеличена высота самой дамбы. Почему был выбран именно этот участок? Этот участок у нас самый проблемный. Причина в чем? Вот каждый год речка меняет свое русло, и начиная вот метров 500 отсюда и метров 100 туда, речка постоянно пьет прямо к дамбе. И поэтому тут в 1974 году, по-моему, пустили дамбу, и все зубы, вся конструкция была уже размыта. И поэтому решили заново все это сконструировать бетоном и выложить дальше уже камнями. Заказчиком выступила организация «Адыгея Мелиоводхоз», а подрядчиком ООО «Водник Кубанис» города Краснодара. Всего на строительстве задействовано 15 человек, из техники 3 экскаватора и бульдозер. В дальнейшем к ним присоединятся каток и грейдер. На сегодняшний день заказ выполнен на 40%. Довольны ли вы работой подрядной организации? Ну, подрядной организацией у нас является «Водник Кубань». Это город Краснодар. Подрядчик работает добросовестно. Задержки у них нету. Все работают добросовестно, и претензий у нас к ним нету. Предстоит еще очень трудная и сложная работа. Но, несмотря на это, в сроках ее завершения у нас есть полная уверенность. Работы у нас по графику это ноябрь месяц. Надеюсь, я уверен, что это будет в срок все выполнено.